Сегодня мы поручили руководителям групп, крутому нашему и Орешкину России, Максиму, проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы, но только в цифрах энергоносителей, в цифрах. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубов газа. Ограничений здесь нет, можно и 22. С вводом атомной станции, конечно, мы 4-5 миллиардов меньше будем закупать. Поэтому по объемам договорились. И по нефти договорились, что мы купим в России 24-25 миллионов тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего года. Конкретно там доллары, центы, рубли и прочие копейки, вот буквально по нефти в течение 2 дней будет цена. А по газу, я думаю, 2-3 дня. Во вторник в «Газпроме» специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом, повторяю, цена остается на уровне текущего года. 19. До конца года будет еще встреча с президентом России или в начале? Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время, если у нас там пару проблем, которые мы должны разрешить, президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте в России или в Беларуси встретимся. То есть в целом вы довольны сейчас ходом переговоров? Все довольны. И президент России, и президент Беларуси, и межправительственные группы, которые сегодня работали почти 3 часа, мы вели эти переговоры. В целом мы удовлетворены ходом и результатом.